Михаил Мальцев воевал на Центральном, Брянском и Первом белорусском фронтах. В 45-м году, командуя батальоном вместе с другими подразделениями бригады, первым вышел к окраинам Берлина и достиг канала Берлин-Шпандауэр. Форсировал его и захватил плацдарм. За неделю боев под его началом было уничтожено 17 танков и почти 2000 фашистов. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза.